А вот теперь каков результат? Вот перед вами межгосударственный стандарт, который изготовлен Белорусским институтом стандартизации при помощи, может быть, известной многим фирмы «Электро», которая работает в городе Екатеринбурге. Стандарт называется «Молния защита зданий и открытых зон от молнии с использованием молниеотводов со стримерной эмиссией». Речь идет о тех самых молниеотводах, которые не работают. Что написано в этом стандарте? А в этом стандарте написано то, что такие молниеотводы работают, радиус их зоны защиты примерно раз в 5 больше, чем у обычного молниеотвода. И вот этот стандарт был предложен для рассмотрения топ-менеджерами. Сначала наши российские и украинские топ-менеджеры, где все-таки занимаются молниезащитой, проголосовали против стандарта, и он был не принят. В последнем согласительном совещании наши и российские топ-менеджеры воздержались от голосования. По какой причине, неизвестно. И в результате этого дела вот этот стандарт, о котором я говорю, был принят. Вопрос теперь, а считать, что он принят на территории России или не считать? И как будут с этим документом обращаться дальше? Вот это никому не известно. Поэтому борьба с радиоактивными и молниеотводами другого активного исполнения ложится на плечи наш с вами.